из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки. Начинаем вечернюю операцию тайную по уничтожению белокрылки. Есть такое насекомое, которое уничтожает молодую листву и молодые побеги помидорные. Их существует где-то порядка 20 видов на земном шаре. Вот к нам один залетел. Я вам продемонстрирую. Они такие мелкие сидят, крылатые существа. Вот они сжирают. Сейчас начнем операцию по их уничтожению. Что для этого делать? Вот есть вот такие табачные шашки. Подготовить ее и зажечь. И она на ночь дымится, потом теплицу закрыть. И таким образом, не повреждая растений, таким образом уничтожаются эти насекомые. Они дохнут от этого табачного дыма. Фитильком зажечь не удалось. Пришлось бумагой поджигать. Фитилек что-то быстро сгорел. Ну, сейчас она возьмется. Это табачная такая смесь. Она потом начинает гореть, тлеть, медленно всю ночь тлеет. Ну все, шашка разгорелась. Можно идти спокойно отдыхать. А, видите, они уже взлетают. Им уже некомфортно. Через 10 минут здесь будет все наполнено дымом. Пойдемте, чтобы не задохнуться. Вместе с этими крылатыми существами. Вечерняя операция закончилась. Все, порядок. Тайная операция по уничтожению паразитов началась. Теперь они там остались наедине с дымовой табачной шашкой. Надеюсь, что к утру их в живых не останется ни одного. Всем пока. Ну вот, после травли моли в теплице, после сельскохозяйственных работ, очень приятно посидеть в кресле-качалочке, попить кофе и поотвечать моим любимым подписчикам и посетителям. Вот посетитель Мани Телег пишет: «О боже, мои глаза! Отвратительный монтаж! Где уважение к подписчикам и три кучки дерьма?» И дальше: «И да, давай, ответь мне, также в стихотворной форме, если адекватно писать не умеешь». Отвечаю: «Да, мужики, вы поняли, что круче всяких автографов для вас стихи мои. Но мне не жалко, обсирайте лучше, и будут вам ответные стихи. Я честно всем вам благодарен, что разгоняете вы хайп вокруг меня. Звезды за это платят беспрестанно, а мне бесплатно достается вся дресня». А вот НТН Савченко: «Вы гений! Ну, наконец-то, хоть один попался принципиальный, честный человек, что правду матку режет здесь без фальши, и это несмотря на осуждение коллег». 8КВМ: «Наконец-то моя любимая реклама. Волощук ЛСД Охонь». Отвечаю: «Он именует себя Клато Вератович Никто. Клато Вератович Никто выходит на арену. Один из тех, кто еще не проехался по мне. Бросьте, Клато, вы эту дурь интеллигентную. Стебитесь смело, не один вы в табуне». А вот подписчик Санкту, именующий себя Семеном: «Я подписался давненько, смотрю, чтобы повеселиться». «Вы мудрый человек, Семен, честно скажу вам. Больше того, вы очень мудрый человек. Comedy Club всем надоел своим искусством. Хочется новые приколы лицезреть». А вот подписчик SLKust74 пишет мне: «Изыди». На что я ему отвечаю: «Дяденька, боюсь, ты будешь сильно обижаться, но это слово пишут русские без «и».
Поэтому иди учись по-нашенски ругаться. Изыди, сатано, изыди, змей. А вот подписчик Лёлик Кокин. А где хард-рок тут? Не пойму, обычный инструментальный русский арт-хаус. Или вы как Слэш могете, или как Блэкмор? Отвечаю. Мы, Лёша, можем что угодно, но мы не будем делать так, как вам угодно или модно, а только как подскажет нам наш смак. Антон Бакеев пишет. Шит-рок вырвался в таргетинг. Отвечаю. А из таргетинга в маркетинг, а из маркетинга в мозги. И пополняются конкретно наших завистников ряды. Но Антон Бакеев отвечает. Не уверен, что мне есть чему завидовать. Вы независтливы, я вижу. Я не про вас это писал. Раньше ряды просто были пожиже. Таргетинг многим дал сигнал. А вот Toyota Kawasaki отмечает мою гениальность. Пишет, гениально. Растет количество людей, что понимают, что с гением столкнулись в Инстаграм. НТН Савченко точно так, принципиально, об этом в предыдущем посте рассказал. Подписчик Би Киллет. Конечно, жесть, зато очень интересно. Отвечаю. Мир так жесток, даже подумать страшно, что хочется не плакать, а рыдать. Ужасно, жутко, страшно и опасно, но лучше ржать над этим, чем страдать. А вот подписчик с ником Шалфей, его зовут Микаэл Оганян. Он ценитель и поклонник театра. Пишет под нашим отзывом о спектакле «Юнона и Авось». Тщеславие во всем. Дед на этот раз решил состроить из себя театрала. Но вышло забавно, когда ограниченный кругозор, в том числе и в этой области, предложил ему сравнение комментируемого действа с оперой. Про оперетту, видимо, мы узнаем чуть позже и, наверное, из Википедии. Отвечаю. Не знали Рыбников, Захаров, Вознесенский – свое творение рок-оперой назвал, что будет Оганян, знаток вселенский, за это в будущем их гневно осуждать. Из Википедии, внучок, ты многое узнаешь. Ты любознательный, я вижу по лицу. Блеск интеллекта левый глаз твой излучает. Боюсь, что правый даже я блестеть не научу. Но он мне парирует. К авторам-то как раз вопросов нет. Очевидно, художественная задумка. Забавляет твое восприятие. Раз назвали опера, значит опера. С такими навыками только интеллект в глазах окружающих людей искать. В зеркале-то, пожалуй, едва ли получится. Отвечаю. Ты повзрослел, внучок. В балете разобрался. И в опере, смотрю, ты знаешь толк. И я надеюсь, на меня ты подписался. Здесь ты еще узнаешь все про рок-н-ролл. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.